Друзья, здравствуйте! В эфире снова программа про обзоры китайских товаров. Итак, очередная посылка пришла недавно, буквально полчаса назад. Опять пришла она в Крым. Вот, недавно я получал вот такую штуку, Xiaomi гарнитуру. Bluetooth-гарнитуру, я делал видео о том, что она немножко дефектная, потому что здесь, в этой Bluetooth-гарнитуре, что-то внутри стучало. Я показывал. То есть я посчитал, что это дефектно, и написал непосредственно в магазин Gearbest, откуда я, собственно говоря, и покупал этот товар. Вот. В общем, точно такой же пришел у меня уже с треком. С трек-номером. Шел он до Крыма, кстати, 2 недели, в чем я просто поражен. Просто поражен. Этот без трек-номера шел 2 месяца. Без 3 дней. Значит, на таможне вскрывали опять. Все, что идет в Крым, скрывается. Давайте сразу не будем терять времени, хотя у нас его не так много. И сразу посмотрим, что у нас посылочки. У нас посылочки то же самое, пустой пакетик. Дальше у нас идет бумажка. А также к этой бумажке идет у нас, опять же, вот точно такая же Bluetooth-гарнитура Xiaomi. Вскрываем, смотрим. Самое главное, на что я хочу обратить внимание, свое собственное в данном случае, это же, конечно, только на то, гремит ли она или не гремит. И ради этого я вот хочу ее вскрыть, и именно сделал я обзор, именно для этого хочу сделать. Итак, берем эту штуку, и первым делом я даже ее не вскрываю, все, вот так вытащил я ее, и пробуем. Ребята, она не трещит, сейчас я микрофон поставлю поближе, именно для этого, чтобы вы тоже слышали, надеюсь, будет слышно. Здесь никаких нету движений, а здесь... А здесь есть, правильно, стук. Смотрим новую гарнитуру. Ничего нет. Никаких нарушений, ни стуков, ничего. Ребята, вот это хорошая, прекрасная совмишная гарнитура. Здесь почему-то что-то стучит, я не знаю что. Слышите? Здесь. Вот. Ничего не стучит. Не стучит. Смотрим эту старую гарнитуру, которая шла 2 месяца. Ой. И вот когда я голову поворачиваю, у меня вот эта старая гарнитура начинает шебуршать, трещать. Я не знаю, в чем дело. И вот новая. Ничего не трещит, ребята. Новая гарнитура от Xiaomi, которая ко мне пришла. Извините, новая гарнитура ко мне пришла, очень меня устраивает, и скорее всего я именно ее и буду носить. А вот эта гарнитура, которая пришла немножечко раньше, но шла она очень долго, я ее, конечно, не знаю, я сейчас обратился в службу поддержки магазина Gearbest, и они обещали решить этот вопрос. Так, это старая, это новая. К новой здесь в коробочке, в принципе, больше ничего нет, кроме как вот такое очень приятное USB маленькое, я ее вскрывать не буду. Ну и, собственно говоря, здесь наушнички, еще две амбушюры разных размеров. Маленькие, большая, а вот на самой уже гарнитуре идет средняя. Вот, как правило, это именно так. Друзья, там еще, конечно, есть бумажечка, но я думаю, бумажечка вам ничего не даст. Собственно говоря, друзья, вот такой маленький обзор, но это технический был именно обзор. Если у кого какие проблемы, ребята, решайте с магазином Gearbest, все решится. Спасибо, всем пока.